Родинки на теле человека. Их бывают сотни, многие из них безобидны, но любой невус может таить в себе угрозу. Рак кожи и меланома – это злокачественные опухоли. К сожалению, в настоящий момент являются очень важной медицинской проблемой. Почему? Потому что рак кожи занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости, как у мужчин, так и у женщин. А меланома – это одна из наиболее агрессивных опухолей, которая характеризуется непредсказуемым ростом, агрессивным течением и, к сожалению, в большинстве случаев заканчивается летально. Ежегодно в Амурской области выявляется от 50 до 60 новых случаев меланомы. Обратиться к врачу лучше с любым новообразованием на коже. Если родинка изменила цвет, увеличилась в размере, появился зуд или кровоточивость, это повод бить тревогу. Каждому пациенту, каждому жителю Амурской области доступно такое обследование, как смотровой кабинет. Это в обычной поликлинике. То есть мало того, что это доступная процедура, человек обязан раз в год пройти, показать свою кожу, видимые слизистые, на предмет именно выявления предопухолевой патологии и опухолей кожи. Есть пациенты, у которых имеются множественные невусы. То есть наличие 50 и больше невусов, как в народе их называют родинок, это показатель того, что человек должен иметь так называемую онконастороженность. Раз в год он должен показываться дерматологу с обязательной процедурой дерматоскопии, грамотному специалисту, и показывать свои, в случае необходимости, показывать свои кожные покровы врачу-онкологу. Ежегодно количество заболевших меланомой увеличивается на 5%. Одна из главных причин развития злокачественного новообразования – избыточное ультрафиолетовое излучение. В группе риска находятся люди со светлой кожей и наличием большого количества пигментных пятен и родинок. Для предотвращения рака кожи не находитесь на солнце в пик его активности с 11 до 15 часов. Защищайте кожу с помощью одежды, солнцезащитного крема, откажитесь от солярия и регулярно проходите обследование у специалистов. К неблагоприятным факторам относятся случаи заболевания меланомой в семье, механическое воздействие на родинку и большое количество родинок на коже – больше 50. Важно знать, как выглядит безопасная родинка и как выглядит родинка, которая может привести к меланоме. Нормальный вид – это обычное пигментное пятно на коже, которое имеет ровный коричневый или черноватый цвет. Форма чаще всего круглая или овальная. Если вы в группе повышенного риска, вам особенно необходимо регулярно обследоваться, проходить диспансеризацию. Запомните, выявление меланомы на ранних стадиях значительно увеличивает шанс на излечение. В прошлом году было проведено 9 дней открытых дверей, посвященных выявлению онкопатологии, так называемых визуальных локализаций. Было осмотрено почти 1100 амурчан нашими врачами-онкологами и выявлено 62 случая злокачественных новообразований, часть из которых была именно меланомой. В этом году, буквально полтора месяца назад, мы запустили электронный сервис, который называется «Проверь родинку онлайн». Я призываю всех жителей Амурской области пользоваться данным сервисом. Он действительно работает. Это удобный способ, не выходя из дома, проверить беспокоящие вас образования на коже. Приходите в поликлинику по месту жительства и получите подтверждение, что вы здоровы. Проверьте родинку, сохраните жизнь. Победи рак! Действуй!